Всем привет! Вы на канале Ирины Ф. В этом видео покупки из магазина Fix Price. Давайте начнем с того, ради чего я в магазин заехала. Это бумажные полотенца плюш двухслойные, рулон стоит 55 рублей. И полотенца от Bone Home универсальные вискозные, ну как бы обычные тряпочки, стоят 99 рублей. И то, и другое у меня расходуется как-то сейчас в огромном количестве. То окна надо помыть, то цветы пересадить, то балкон помыть. Ну, в общем-то, пришлось заехать и купить. И также увидела, что появился у нас гель для стирки цветных тканей от Velour. На пару недель он почему-то пропадал, а мне из бюджетных гелей он, в общем-то, наверное, больше всего даже нравится. Написано «цветочный аромат», но нет, это не так. Самый обычный дешевейший гель для стирки за 55 рублей подходит, чтобы быстренько постирать какую-то слабо загрязненную одежду. Ну, меня, в принципе, он устраивает. Также нужны мне были меламиновые губки «Ластик». В упаковке две штуки. Упаковка стоит 50 рублей. С удовольствием ими пользуюсь. Действительно, подходят практически для любых поверхностей. Очищают отлично, поэтому покупаю регулярно. Закончились у меня салфетки бумажные от марки Плюш. Очень выгодный вариант. Хорошие двухслойные салфетки. 180 штук стоят всего лишь 55 рублей. У меня такие стоят на туалетном столике. Очень удобно, поэтому, в общем-то, и ради них заезжала. Не могу просто уйти из магазина без вот таких пакетов для мусора особо прочных. Просто уже можно, наверное, мне какой-то диагноз ставить, но действительно без упаковки этих пакетов я никогда не ухожу. В этот раз взяла пакет с ароматом «Морской бриз», 30 штук на 30 литров, стоит 50 рублей, но пакеты действительно отличные. Увидела, что в моем магазине появилась зубная паста Aquafresh. Никогда раньше ее в продаже именно Fix Price не было. Эту пасту любит вся наша семья. И цена 77 рублей, достаточно выгодная. В других магазинах, если без каких-то акций, скидок, то цена всегда выше. Поэтому купила. И какова же была моя радость, когда на полке с уходовыми средствами я увидела троксируктин, охлаждающий гель для ног. Я его ранее постоянно покупала, но он в какой-то момент пропал, и, в общем-то, была очень этим огорчена. Сейчас, как вы видите, я купила сразу три упаковки, здесь 50 мл, одна упаковочка стоит 50 рублей, это охлаждающий, тонизирующий гель для ног. В составе есть троксирутин, но это не лечебное средство, это уходовый, да, продукт. Я наношу не только на стопы, я наношу на икры ног. Он прекрасно как бы ноги разгружает, снимает усталость. Он очень приятно охлаждает, поэтому я думаю, что летом будет, в общем-то, особенно приятно им пользоваться. Поэтому купила сразу три штуки, а вдруг он опять пропадет. Появилась у нас вот такая новинка. Вот такие маленькие ножики, называется нож для чистки овощей 16 сантиметров. Стоит он всего лишь 18 рублей 30 копеек. Я не знаю пока, как он по качеству. Ножи Fix Price совершенно разного качества. Какие-то мне служат до сих пор, а какой-то нож я покупала, он сломался буквально через пару дней. Но за 18 рублей 30 копеек можно рискнуть и попробовать. Почему купила два? Один я кину в корзинку для пикника, а второй оставлю дома. Посмотрим, надеюсь, качество не подведет. Немного еды. Не смогла я пройти мимо бананового чокопая. Насколько я понимаю, это новинка. Обещают нам фантастическое сочетание насыщенного шоколада и бананового вкуса. Я очень люблю чокопай, я очень люблю бананы, поэтому, конечно же, увидев такое сочетание, я купила. Стоила упаковка 55 рублей. Понадобился мне лавровый лист, но поскольку уж там была, то, в общем-то, Fix Price его и приобрела. Стоит всего лишь 8 рублей 30 копеек. Кстати, по-моему, я его раньше покупала по качеству, в общем-то, ну, обычный лавровый лист. И нужен был мне сахар. Я очень люблю именно вот такой, чайковский. Покупаю его и в обычных магазинах, но тут увидела за 18 рублей 30 копеек и тоже решила купить. Ну, вот такие покупки были сделаны. Мне кажется, цены, по крайней мере, на эти товары достаточно приятные. Хотя, конечно, в магазине уже очень много товаров за 99, за 199. Но, как вы видите, в моей закупке
Все исключительно до 100 рублей. Всем спасибо за просмотр моего видео. Всем отличного настроения, удачных покупок. Всем пока.